великим. Он перерел эти бойки. Ты нашел его. Ладно, давай сюда. Сначала кит. Ладно. Он за дверью. Нужно отдать должное китаёзам. Когда они режут тебя, они делают это кроваво. Представь, что тебя им убили. Все равно, что быть убитым пером Шекспира. О, кит! Прошу, хватит, прошу, умоляю вас. Я больше не вынесу. Джейсон, вытащи меня отсюда. Умоляю тебя, умоляю. Ты должен вытащить меня, друг. Я тебя вытащу, кит. Да? Обещаешь? Обещай мне. Да, кстати, насчет этого. Я ведь щедр, да? И я бы хотел отблагодарить тебя, знаешь, правильно. По-мужски. Ты сказал, что мы сможем уйти. Не-не-не-не-не. Я вообще сказал, что кит пойдет с тобой, но ты никуда не пойдешь. Мы выйдем отсюда! Выйдешь, когда я разрешу. Возьму тебя окровавленным, люблю мясо с кровью. Сдохни! Ты чего такой неласковый, а? Достал тебе. Джейсон? Ты уверен, что он мертв? Все будет хорошо. Пойдем со мной, я знаю безопасное место. Теперь и ты. Постой. Не говори им об этом, хорошо? Ладно. Мир сошел с ума, друг. Думал, смогу сделать все сам. Не вышло. Ты еще отойдешь от всего этого. Я не смогу. Я найду Райли. И мы быстро вернемся в Санта-Монику. Райли мертв. Прости. Он пытался бежать, и его пристрелили. Кит! Мне жаль. Кит! Боже! Нет, Райли! Привет! Братан, что с тобой? Долго рассказывать. Поможем ему. Они убили его. Вас и Хойд, ублюдки. Одного брата не хватило. Я их достану. Всех. Клянусь! Эй! Джейсон, что случилось? Райли мертв. Тебе нужно это пережить. Останься здесь, я помогу. Я могу помочь просто тебе. Не приплетай сюда нас! О чем ты говоришь? Мой брат погиб. Я должен справиться с этим сам, ладно? Ладно. Я буду здесь.